кого есть связь? Чарли. Так, ну Чарли, в принципе, у коровы. Понял, все, давайте занимайся, мы выходим. Так, господа, перебегаем дорогу на ноль. И вдоль дороги зеленкой прикрываясь, вглубь идем на 300, там, 280. На картах. Так, миномет, можешь одну-две мины отстрелить прям по КПП, чтобы им скучно не было. Желательно по переднему периметру окопов, чтобы они не сильно не спалили нас. У меня вот туда отойду, то и близко сидит. Ты сиди, смотри, что техника поедет. Мы сейчас слепые вообще, особенно с этого щитового сарая двух-трехэтажного. Техника, вы поняли, у вас коробника справа. Понял, тур. Это я, БМД уничтожено. Понял. БМД уничтожено. БМД сожгли. Все, во. Это я, вы. БМД уничтожено. По-моему, не попал, по-моему, он залагал. А нет, все, уничтожено. Подтверждаю, уничтожено. БМД уничтожено, все, подтвердили уничтожение. Так, тут логодромчик начался, можете выйти в настройках, пока из зеленки не вышли, где-нибудь 1500 себе поставить, вам хватит. А кому совсем плохо, 1000 можете поставить. Короче, попадание куда пойти сейчас? Я не видел, я сейчас метку сейчас посмотрю. Скучными. Хорошо попадаешь, Шоби, правее еще, можешь по другим чаям смотреть. Правее. Ну вот этот в окопы попал, да, нормально. Там справа еще окопы есть, попробуй правее посмотреть. Так, техника, танк, БМПшка, можете свободно действовать, огонь свободный. Смотри. Видите, там бейте, мы подходим уже. Это миномет был или фугас у танка? Танк фугасом, я скомандовал свободный огонь. Метку на нас я дал, в этот район бить не надо. Миномет тоже бьет. Миномет тоже бей по КПП, пока мы не зашли, бей туда. Как понял, миномет? Возле меня кто-то бегает. Пехотинец, какой там вперед побежал? Блин, из елок зря выслез, сейчас спалят нас. Вперед не идем, пока из елок. Не справимся. О, нормально упало, только вы осколки. Сейчас туда миномет отработает все это хрень. А же собака. Миномет как закончишь, бить, скажи, мы поползем. БМП, это ты бьешь? Пуск по вам. Ощущение, что с севера долбили от нашей позиции. Да, кстати. По-моему, по коровнику стреляли. 230. Пехота, можете идти. Через сколько еще мин осталось? Сейчас разрыв был еще, сколько там выпустил? БМПшка наша работает. БМПшка сожгли. Ой-ой-ой, это рядом со мной было. Прямо рядом 10-10, жестянка ржавая. Бэха там работала, пока, короче, рядом очень сильно. Там враг? Ну, от нашей позиции что-то подымило так, не надо. Это так. Разрывы на БМП сейчас. Давайте ползком потихонечку вперед. Да наш, да, там снайпер. Вперед это на 300 там вдоль дороги зеленки.
А с компа, когда идем, мины все разорвутся, там как стреляет все, что у него есть. Пошли. Зайдем уже там чисто бы. А это наш справа ползет. Так скажем, в другой что стороне. Уже нет никого. Ближе к. Карыч может ползти. Карыч? Может быть. Возле коровника? Ой, возле щитового этого? Нет, вот именно вот в нашем лесу, только правее там вот, леса, так сказать. Ну, форма наша? Я не понял, она чёрная. У него ещё техника есть. Ну, наблюдает. Что-то там доклад какой-то у нас по правую сторону кто-то ползёт. Зелёные здания прошли, нет. Там, да, на еще... зелёнке по контуру кто-то из своих, по-моему, со снайперкой, серым, коричневым рюкзаком. Ну, это я. Это Карыч, ты... это Карыч. Ещё. Тут внимательно окопы, у них вижу есть амбразура. В лопате на самом за красным одноэтажным зданием. С красной полосой одноэтажное такое. Подростка с левой стороны выглядывался. Даже там дорога проходит. Да, вы резерв, вы резерв, если что. Покажи. Мы сейчас выйдем, подойдем к кромке. В принципе, можете подтягиваться. Давайте, да, пехот. Подтягивайтесь в наш, по нашему маршруту, да. По нашему маршруту, ползком тоже сзади за нами идите, все будет нормально. Мы как раз сейчас выходим из зоны, подходим к окопам, если что, нас всех скосят, вы поможете. В передних окопах был один гранатомет. Да-да, по окопам смотрите, по амбразурам, там высовываться бушки могут. Да, метку. Засунуть там обратно, можно их просто пострелять. Карыч, подделкой назад ползу? Я вот сейчас смотрю с РПГшкой, у меня РПГшка. СВДшка своя? Убил, убил, всё, я, кажется, кто с СВД работал? Противник? Своя, своя, нет, своя. По мне чуть не попали, блин, рядом со мной. Только что. А, не знаю. Ой, АГС передо мной разрывает. А, наши двое на Жигулях, не убей. Ну, не совсем. Да, мы прям под АГС. Тогда остановочку делаем пока, АГС. А, ё. Из сознанки. Ранен, перевязываюсь. Да, перевязываюсь, ранен. Короче, надо в окопы заходить, наверное, уже сейчас. Что ты, случайно, не по мне стрелял? Нет, техника, ну, можете я... как-нибудь передние окопы перед нами почистить? Вот, сейчас оттуда стреляют. Паш, тут простреливали, а, уже, подожди, простреливали. Понял. Я ушел с открытого. О, сзади война какая-то. Че там, Чарли, у вас за война? А, сзади мы пошли вперед, 72 постоянно идет. СПГ сзади работает. Походу технику нашу все пожар. Там жив? На Урале или на УАЗе подъехали за. БМП жива? Пусть БМП не останавливайся. БМП, да, двигайтесь, по вам СПГ долбит. Еще пуск, пуск, пуск. Паша, вот это слабо. Тебе в кого тебе? Нет, 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 все нормально, я в кого. А, знаете, я прошила по. У нас есть ГП у кого-нибудь? С нашего направления белый, бежевый дом с бежевыми стенами, покатые крыши, наклонные, впереди, за перед ним и окопами ГС. Пулемет долбит. Я могу туда 18-ю пустить, Паш. Давай. Давать? Давай. Нам бы добежать до домика, до переднего сайта, до этого добраться. Назад и потом сдохнуть от металла. Я даже БМП успел выбить. Там так, ты скажи спасибо своему этому, кто на БМП сидел, потому что по мне три раза выстрелили, когда я хер знает где был, и все, и бросили меня. Я спокойно пополз и дал. Ты по тебе бэха работала в Тейген, да? А? По тебе бэха работала в Тейген?
По мне было... Не, по мне было, когда это... Вы ворона первого слили, когда он к вам подошел. А потом я пошел в обход. Вы там по бэхи, с бэхи лупили в азарда, а потом по мне два или три снаряда прилетело, я там сныкался и все. Сама сказала, типа, БМП и пехота, ну думаю, ладно, одна БМП и немного пехоты, короче, прихожу там, там вообще все, вся сторона. Просто выхожу из куста, я с ППШ, короче, и там армия целая стоит с БМП, минометом. Ну ты кого-то забрал. Я двоих, по-моему, убил. А чего вы это СПГ молчал вот до этого момента? А там ты пробежал еще мимо один. Кто не работает? СПГ, она СПГ сожгло. Она вообще молчала до этого момента. Никто не знал о ней даже. А что, синих много поделал? Да, достаточно. А красных? Красных так, ничем. Красных окопа. Десять тысяч раз падал от этого танка, добежал. Хорошо, еще минометчик с УАЗиком оказался. А как ты его выстрелил? Танк я, танк убил, знаете, до 18 выстрелил. В жопу башни. А, обе убили, что ли? Ну, что-то, конечно, на позиции остался. Ну, вот он, да, да, еще. На похуй такая выстрелила. А, танк... Ты как это падал, да? Я не слышу, что ты да. УАЗики к танку подъехал. Не у одного 18 FPS. А, 25. Там весь настройках можно на дальность уменьшить. Там опоминание на минут, да. Просто Escape нажми, включи менюшку, весь настройках. Миномет поймет, повоюет. Короче, синий побеждает, так сказать. Да я бы не сказал. Вот так, наши еще бэху захватили. Поставил 200 метров, 22 FPS. У нас БМП, он ездит с банзай во главе. Да. Ей же выбили гуслю или банзай вон на БМПхе едет. Блять, ну ты. Ну все ж жопа. А, нет, так у нас тогда. Насколько выбило? Я знаю, не БМП, а БМД должна была быть. Да, да, да. Да, БМП это ваша, он, скорее всего, вашу забрал. Да, БМД же. А с Доник Максим тактически. Он нас, короче, выбил, а эта техника походу нормальная осталась. Там че? Да, у нее инжин желтый. Типа у нас еще и БТР есть. Да, а пушка у нас была нормально? 70. Да, все нормально. По нам, походу, жопа. Фугасом ёбнули. Я вообще думал, по нам пех работает, и начал это во все стороны ебашить. А там СПГ в километре сидит. Блин, чё они замешкали? Отступают. Тур полетел. Ребята, отступайте. Не отступают? Не отступают. Фоллбэк. Стоять, Чарли, стоять. Блин, там фреги, это и человек с половиной. Здесь можно вообще рушануть просто. Ну, я хорошо. Перед тем, как умереть, сказал, надо до, дом, до домика добраться, да. Можно этажного маленького. Меня попали. Ну там 5 человек в фреге сидит. Надо просто на похуй зайти. Да не живучие, мы не попричем. Нифига себе, уже половина этих синих сдохла, как меня убили. Чё-то вы быстро сливаете. Хотя так хорошо шли. Ну, хорошо начали. О. Да, хорошо, она. Все-таки кто-то слег. Походу зря на гору поехал. Ой, куда им влево. Кстати, Гилл, а как танк сгорел-то, я не понял. Да танк я сжег, Паш, я сзади зашел. Нет, нет. А он стоял, да, ты сзади зашел? Да, я приехал на вашем же УАЗике, на котором ваш минометчик был. Нормально. И подошел к танку. Смотрю, пехота. Пехота пока вперед ушла, я танку в задницу и выстрелил, он сгорел. Хатап, у тебя бэха работала когда-нибудь? Два или три раза она по мне стреляла. Я шел. Ты в тайге там... был? Или нет, нет, я был. Да, там... все-таки не попал. Я был, сейчас я тебе скажу, где. Ну я да, был. На юг, короче, с полоса там такая. Да, да, да. Вот я понял. К пустошке подходил вдоль дороги. Да, по да, мне да. Три или четыре выстрела сделали и все, и забили на меня. А, нет, я тебя потерял, я видел тебя, я думал, я тебя накрыл. А там куча кустов была, да, я как бы в куст упал, и передо мной еще там за дорогой были кусты. Я как бы полежал 5 минут, подождал, все от меня оставили, и пополз дальше. А я бы их ранил, они упали, и...
башню здесь. Дайте. Как она могла успеть, а нас выбить? Это несправедливо. Да как-то странно, он был неправильно начал играть, а потом его не было, а потом он зашел. Читер. Неопределенный игрок. Бань. Да просто кикать его с игры нафиг. А за что? На брифинг не пришел, ничего не пришел. Не знаю. А он как-то это создает помеху игровому процессу? Да. Он был на брифинге. Каким образом? Своим присутствием. Да. А, понятно. Всех запалить. Обиделся. Да. А, БТР, открой. БТР. Да он там, а он что-то на ходу или он прикопан? Какой слайд-шоу, блядь. У всех такое нет. Да, 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 у меня слайд-шоу. Спектатор? Не, у меня да, нормально. Вообще по всей игре. FPS, да, 15 или 20 FPS. Так, опа, значит. О, одного в тайге убили. На Escape нажмите и дальность уменьшите прорисовки. А вот да, максимум стоит и не лагает. А, он вкопан. Хотя у меня комп не самый мощный, особенно видюха. Ну, это согласен. У некоторых диск не дефрагментированы. У меня также дефрагментированы. МДК установите? Запихни лучше вместо БМД какой-нибудь Т-34, блядь. У него фугасики очень мощные. А, хорошо, тогда Т-55 запихни. Еще мощнее. Это тоже то самое Т-30. Нет, ну там хотя бы все равно пробить можно его. А не, ну можно так... пушку порезать, там снаряды порезать, там. А чё пробить? А чё, ограничения по времени о, есть, я уже не знаю. Выжил, а выстрелил. Потому что у БМД. Потому что у БМД, точнее, там у механика водителя вылезть снаружи не получается, не пока на стрелке сидишь. А командир. А командир там снаружи сидит. Ты получается, видишь, у тебя приближение как в микроскопе на этом. На механике водителя. Или хотя бы БМД. Да-да. Или хотя бы БМД поставить. Ой, я БМД, знаю, мне БМП это боль знаком. БМП поставить вместо БМД. Потому что это какая-то для... Подай. Чей лес был? Кочега. А друг ваш, который там в голову отхватился сюда, ник его может? Я не знаю. Кочегар. Там отхватили сюда. А, ну значит двух. Просто еще в другом окопе отхватил, тоже в грудь его поднял. Я жал. Такой, оп. Бегает купок, оп. Оп, сначала один труп. О, ну нифига. Потом пострелял ты, да. Еще один труп. Оп, РПГшник только залутал. Пострелял там. Это краб какой-то, колхозник. Сейчас он с ПГ всех. Скин да. Кочегара. Так модно сейчас ходить 2016. Сапоги заправлены, да. Джинсы заправленные сапоги. Ой, прошло. Летит. Ой. Я сейчас наблюдал за тем, как ракета летит. Да. Она носом кверху. Один. Носом кверху как-то летит, блядь. Я ВВ выжил, кстати, ему в СПГ прилетел. Да? Да, везу. Дом спал. Давай убежать успел. У краба там и бэха, и еще и СПГ. Где он бэха то отжал? Все. Где он ее отжал-то? Он спамил. А, была, да пацанам синим попали. Лишняя была, вот они забрали. Вы видели, как они по ней попали, она в лесу уехала на ходу еще, блядь, еще с СПГ попали, блядь. Еще дистанция. Что там укроп делает, собственно? Мой трупик. Походу, БХ на ДВ вообще не сидит и не понимает эту ходбоя.
А как она выйдет на депо? У нее ДВ нашей страны. Нет, у нее своей. Ну, никто ей не выдал ее в зачок. А-а-а. И не понимают, что танка нет. Уже. Почему нету? Они понимают. Я передал по ДВХе, когда я танк сжег. Значит, они не слушали. То есть, если бы они это слышали, они бы поехали и дали всем бы пиздюлей. Они стояли бы в километре. Смотри, у них есть инфа, что танк сожжен. Я передал по доп-каналу настроенное ДВ, а Джордан передал уже. А вы не? И они меня еще там не спрашивали. Точно тогда они предполагали, да. Я им как-то вспомнил. Все, Димак. Приплыл, еще кто-то приплыл. Блин! Там одна башня торчит, как по ней попадать-то, а? Ну, ПМП нужно. По нере. Ну да. А чем занимается укроп, XR? Танк подбит. Они отступают. У них тактическое отступление. Бля, не надо было за Украину воевать. Я думаю, что танк сейчас поедет. Да у них вешает чинит. Так а кто украинец такой, я так и не понял. Мы украинцы, наверное. Ой. Да. Можно. Вы украинцы и были, да? С доником себя гранат кидает. Видишь? В красных вот на бонзай переключись. Сразу видно, кто ополчение. У всех еще стал лагать. Почему-то FPS нормальный, но 30-ку показывает, а шоу как будто 5, не знаю. Да, да, FPS чуть. Это тормозит спектатор, когда ты выкрутите. А-а-а. Он плавно не отрабатывает, у него проблемы. Может все перейдем на третий арм? Может все перейдем на третий арм? Да, арм. Что вы жалуетесь на вторую арму? Мне на Черноруссии было FPS столько же, сколько на Такистане. В третьей арме вообще заебись все. Третья арма тащит. Уменьшили дальность и сделали FPS. Пацаны, а ни у кого лишние видюхи нету. Видюхи? Да. Есть, но я тебе не дам. А чё у тебя за видюха? А, вот так вот. Чё у тебя за видюха там? GTS 250. Ха-ха. Это старая? Ну, вообще-то да. Ферма пойдет. Это новая вот эта, 1080. Блин, не помню, какая видюха на моем старом компе стояла, там что-то... Пентиумом четвертым. 2 гигабайта. Тебе надо, короче, этот оперативки побольше видюху. 16. Процессор тебе вообще не нужен для третьей армии. А что там один человек что ли остался? Прям можешь вытащить его из материнской. Где? Не пить уже четвертая, или? Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек еще живут. Ну, а с Питера лутачис. Разделают его. Я так и не понял, с Питера умер, даже выстрелов не было. А да, что там за стрельба была там вначале? Что, вы кого-то встретили? Ну, я иду, короче, смотрю, я там лежал, один лежит. Снайпер, меня то отправили. А-а-а. О, с Питера... Внизу упаковали. Чёрт, Питер ко мне прибежал, лёг и стал домой. Разговаривать по КВ-шке. Сейчас как щит будут использовать. Как они видят? Они что-то с ним делают. Чё? Рексар что-то с ним делает. Молится на него. Нет. Че они его еще засунули? Паш, может уже все? А то эти... Да, они уже убьют. Зашквар. Дайте АВ поиграть. АВ. Ну и по нему бэха работает, понимаешь? Не, ну нормально, и дома. Флот подтянут. Армата давить на шестой флот подбросил. Сейчас он Леополь будет. Он тут не выйдет. А мины... миномет убил кого-нибудь вообще, нет? Нет. Он вообще стрелял? Он вообще стрелял? Да. Куда они стреляли? Чтобы больше толку было. Когда миномет стрелял, я там ползал вокруг него, меня аж всего поддергивало. Я его так и искал. Чем ближе к нему, тем больше поддергивал. А может реально добавить, а не миномет? Ну типа они все равно в окопах, и поэтому как бы. А так, Эдем добил меня. Матрица. Да. Сейчас смотришь, что с Доникой убьет, наверное. Где ГСТ, кстати, на точке, да?
Лопатина. Вон краб. Лопатина, ну понял. А там, кстати, Птур, кто Птур пускал? Я. Бардак, да, выбил? Да, БМД убил. Там парниша сидит, там убил. Я в лес поехал. Александр козел. О, дом завалили. Ой, ой. Опа, беги, беги. Лицо разбить, которые отступили. Да, с ноги. Они предатели, их надо военный трибунал, сюда и укроп. Четыре человека, сметана, Рексар, укроп, да, укроп. Да. Укроп, видите, укроп, укроп еще играет за Украину и отступает. Какая так у него же оружия нет в руках. Типичный. Выкинул его и отступает. Парни, возьмите последних пятерых и скрестите. Что получается правильно, клан ЕБ? Сложно. Кстати, куда они убежали? Так это же укропы, блядь. В Украину, сука. В Крым. В Киев. Арбузы продавать. Нет, они за другого направления пытаются зайти, но это очень долго будет. Нарубить будет. С их скоростью. Да, наверное, рублю. Пожалуйста, рубить. Давай, рубить. Пожалуйста. Подожди, да нет, он не сделает ничего.